Здравствуйте, уважаемый Минзван. Сегодня мы приехали на Ленинградский вокзал. Здесь представлена наша самая популярная точка продажи монет. Этот небольшой киоск здесь называется «Подарки-сувенир». Здесь мы представили 21-го. На первом мы можем увидеть современные банкноты, юбилейные монеты СССР, современные юбилейные монеты и наборы. Например, 200 лет Бородино, столица Европы, Россия 1992-93, СССР 1961-91 и так далее. Также к Новому году мы представили наборы юбилейных монет. На втором стенде мы можем увидеть сберкнижку и купюры и банкноты СССР. А сейчас мы спросим у сотрудников этого магазина о наших монетах. Здравствуйте. Что вы можете сказать о продаже монет? У нас постоянные покупатели есть, которые очень часто приходят к нам. И спрос очень большой. Альбомы покупают очень хорошо, вот эти. Футбол покупает 2018 год, следующий год. Вот это высокая эмблема, да, очень хорошо покупает его. Купюры очень хорошо покупают, советские, кстати. Спасибо. Пожалуйста. Еще раз повторюсь, мы находимся на Ленинградском вокзале. Подарки, сувениры. У нас называется так наш магазин. Еще раз повторюсь, здесь представлены два наших стенда. Приезжайте, покупайте наши монеты. Мы вас ждем, всем будем рады. С вами была Василиса, до новых встреч.